Если ты не хочешь, чтобы эта страшная девочка пришла к тебе ночью и не начала тебя пугать, просто поставь лайк и подпишись на канал. Я тебе честно говорю, это все не шутки. Если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, то она к тебе придет и будет пугать. Поэтому не бойся, ставь скорее лайк и подписывайся на канал. Бабка! А бабка? Ча бабка? А ты где? А меня нету дома. Слушай, а ты мне расскажи, а почему на моей статуе наверху снег лежит? Потому что там это не снег. А что это? Вообще-то это твоя перхоть. А, тогда у тебя перхоть и целая башка. Нет, вообще-то это мои седые волосы. Нет, а сверху-то седых волос что-то лежит? Ну, у тебя перхоть, да, а у меня ничего нет. Да, конечно, вон, я вижу. Я а ты вообще где? Я тебе сказала, у тебя перхоть, а у меня ничего нету, я тебе сказала. Бабка, ты где? Уехала, я же тебе сказала. Внучатый, всем здоровчика, с вами я, дед. И, короче, мы сегодня с бабкой решили производить рекреацию наших статуй. Вот. Потому что здесь, бабка, нам не хватает с тобой кое-что еще. И что это еще? Где ты тут увидел мне перхоть? У меня да вон, вон, ты ее уже убираешь, лопатами гребешь свои перхоти. Неправда, я тебе короче, сказала. Короче, надо организовать перхоть. Этого хулигана, чтобы он достроил свою статую. И построить вот тут, смотрите, вот тут вот, грынулю, вот тут вот рядышком маленькую, а тут грынпулю маленького, да, бабка? Конечно, конечно, естественно. Да, да, что ты сейчас сказал, вот пускай сами и строят, я помню. И вот это я поддерживаю, да. Нет, надо им тоже подстроить. Да, давай пока. Пап, куда пошла? Стоп, а куда ты пошла? Все, мне некогда, я тебе сказала. А что ты делаешь? Все. Грынпулю выращиваю. Что-то она там делает, ну что-то. Ладно, ладно. Сейчас мы тут вот так вот все сделаем. Так, так. Оп. Ой. Оп. О. Оп, оп. Ой, бабка, я тебе ногу в статую удалил. Я тебе сейчас руку или мозг удалю. Ой, бабка, ну ладно. Все, я пошла, сейчас буду рушить твою статую, да? За что? За то, что ты издеваешься над моей. Так. Да я случайно ногу удалил. Че ты врешь? Ну да, обманул немножко. Зараза. А я тебя спрашиваю, а ты где? Ты мне только от дел отвлекаешь. Ой. От каких таких дел, бабка? Вообще, я экскурсию проведу. Иди сюда, это... иди сюда. Так. Слушай, а что в сундуках? А что в сундуках, я ничего нету? Я тебя сейчас в сундук засуну и будешь ты в сундуках. Ладно, короче, ну чаты, смотрите, тут эта статуя, это целый дом. Тут вообще жить можно, тут вообще в прятки вообще-то можно. Это вообще-то дом, алло. В этих руках, короче, можно столько всего. Ой, зельки какие-то, так. Силы, ага. Так, что-то еще надо взять. Лечебное. О, иди, давай, к надо лечебное хлебануть. Кстати, хорошенькое, вкусненькое такое. Так, ты еще, сейчас, ты до сих пор не спустился? Я сейчас на голову плюнул. А это комната страха. Успокойся, бабка, иди, успокойся. Говорю, иду, говорю, отсюда, иду. Иди свой дом, так, показывай. Вот, внучаты, вы хотите видеть, что в моем доме? Сейчас я вам все покажу. Короче, а в моем смотрите. Доме оп! Стоит ведро. Смотрите, тут вообще ничего нету. Знаете почему? Да потому что бабка наняла строителей, ей все построили. А я денег зажал. Да, вот, честное слово. Да, потому что знаешь ты кто? Ты жлоб. Да и вообще-то нет. Бабка, а ты знаешь, что я прокурист? В смысле, прокурор, что ли? Прокурист. Я могу с моей головы на твою руку спрыгнуть. Сейчас я посмотрю, на это подожди. Так. Ну-ка, забирай-ка у меня креатив, я тебе покажу. Ну, сейчас подожди, да я выйду сначала. Так. Давай, давай. Зуб давай, сначала баб. Свой закрою. Закрывай уже свой зуб, давай. Давай. Прямо отсюда, прямо вот туда. Погляжу, давай. Давай. Ага. Забирай креатив, так. Давай, вперед. Так, ой. Ну, попер, что ты уж. Сейчас, сейчас. Разгону давай, до отказа. Оп. Дед. О. О. Ты на старости лет с ума сошел? Баб! Дед! Подохни! Дед, а ну-ка открой рот! Рот открой! Зуб, баб! Оперный балет! У тебя последний зуб шататься! Ты это зубом, бабка! Баб! Звони! Без паники, пошли! Так, хотя... Что такое, баб? Да успокойся, ты уже, я тебе сказала! Бабка, мне нужна помощь! Да мне, я тебе сейчас такую помощь окажу, что ты офигеешь просто! Да какую, какую? Короче, я тебе сейчас смотри. На стол садиться! Да нет, подожди, я тебе вот кресло поставлю. Ну-ка сядь, попробуй. О, отлично. Обезболивающее мне можно? А вот у меня зелье есть. Так, сейчас я тебе все дам. Ты зелье сладко не пей. О. Так. Короче, берем, значит, мы... Ой. Ты что, ты не знал, что ли? Я тебе не говорила. Чего?
Получше, по-моему, стало. Я же на курсы стоматологии ходила. О, господи, бабка, у меня единственный зуб. Ну, единственный. Я тебе сейчас единственный зуб и полечу. Так. Не время экспериментов, бабка. Успокойся, я тебе сказала. Так, давай, открывай свою пасть. Так, сейчас. О, отлично, сейчас. А что так пикает? Тихо, идет лента. Какая лента? Тихо, видишь? Куда она пришла? Все. Ага, чё? И что? Дед, смотри. Что? Вот твои снимки зубов. И что с ними? Ё-моё! Да чё, бабка? Последний зуб твой шататься. Как шататься? Ё-моё! Бабка, короче, да ты не ё-моё, и ты лечи! Ладно, всё, короче, делаем так. Давай мы с тобой на штатив посадим. На кого посадим? На штатив. Короче, разворачивайся. Разворачивайся, я тебе сказала, я тебе укол обезболивающий сказала. А почему не в зуб? Нагибайся, я тебе пендаля волшебного. Почему не в зуб? Раз, два, три, пил! Ай! Садись. Ой. Так, садись, сейчас так это уберу. Короче, делаем так. Чтоб тебе не было больно, давай газиков. Давай. У газиков. Процесс пошел, держи. Быстрее, давай. Дед, ну ты можешь уже просто эти таблетки выпить. Ой, могу. Давай. Воды. Чего? Воды запить. А, воды? Сейчас я тебе дам воды. Воды. Сиди. Да сиди уже, сейчас я тебе дам, на. Пей. Давай. Что, ведро пить? Ведро пей, ведро воды тебе как раз хватит. О, пролив, сейчас. Так. Дед, ты будешь сейчас, я тебе сейчас твой зуб удалю. Хочешь, я тебе твой зуб удалю? Не, я сижу. Я тебе сейчас его удалю, я тебе говорю. Нельзя. Так, все. Он вековой зуб. Хуй ты, вот я тебя назвала бы одним словом, но начатым таким нельзя слова слышать. Хороший. Ты пре, ага. Но очень странный. Прадед, ага. Встань, быстро. Да чё, куда? Встал, я тебе говорю. Надо тебя послушать, операцию же на зуб будем делать. Давай. Что делать-то? Дыши. Не дыши. Короче, всё, не дыши. Ну, в смысле, садись. Короче, дед, знаешь что? У меня для тебя печальная новость. Штатив где-то не получится поставить. Да что, как спасти зуб? Придется удалять. Я тебе сейчас удалю, как зуб спасти? А, ну ладно, есть еще последняя процедура. Какая? Она тебя вылечит. Это называется электротокер. Так. Так, закрывай глаза. Ага. Я сейчас проведу ток. Попер, все. Не тряси. Сейчас. О, все. Ну что, полегче стало? О. А. Бабка, зуб починился. Видишь, я ж говорю, я стоматолог в пятом поколении. Все, короче, я устала, пойду домой, сам этот причем. Давай, бабка, спасибо тебе, пока, давай. До свидания. Я пойду полежу на кроватке, ага. Так, ну-ка, вон отсюда. Так, пошла твою статую сожгу. Ладно, бабка, я пойду в своей статуе на полу полежу. Я тебе сказала. Спасибо, бабка. Стоять, на, чтобы уговорил, на. Вот тебе кровать. Спасибо, бабка. Короче, внучатый, зуб починился. А я уж было думал, что все, хана мне с зубом. Внучатый, вы, конечно, молодцы, поддержали дедулю. Обязательно тоже сейчас нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока.